Ну, как ты умудрився? Всім привіт, це Quiet Session Studio, і я радий вітати The Nietzsche. Твою сесію голову лохмотів і гус своїх п'ятах сіжить позолок димом волос своїх пожарами класи зуба та я поб'ю я палий груди палок ти не спать Не стоять! Раненых, жахнерных ланями, стыдило знамя оседлой смертью коней. И мы за дома догонит нас длинными тланями мучил остоты в глазах догревающих ливнях огней. Стой, порой Хлопці, це ваш перший візит в Полтаву? Так. Да. І як вам місто? Супер. Візуально не відлічим від Ровно, Хмельницького, Запорожжя, Ужгорода. Ужгород? Ні, в нас немає таких схилів. Даже лес є того достатньо. Ні, город симпатичний. Нам почему-то он стал похож на Кишинев. Вот мы погуляли.
Может, потому что мы в Кишиневе были, когда типа еще не было карантина, а здесь карантин есть, и вот оба города достаточно пустые. Но, как минимум, у вас есть одна студия записи хорошая. Это уже плюс. Добрый. Как она называется? Не-не, где мы были сегодня утром? Добре. Як ви добралися до нас? Поїздом. Потягом. Страшно. Не советую нікому їхати одеським поїздом. Він труситься і льється ром в лицо і в рот. І ми були після большої такої шаурми, ну, типу, вот, реально тупо розміром з руки. Вот. И, короче, ну, это все раструсилось, и езжайте в Полтаву самолетом, пароходом, типа, делайте это как-то иначе. Можно великом добраться. А крайним вашим релизом был 5-й Маяковский, правда? То чего 5-я уже аж ціла частина вышла? Ну, потому что до нее вышли, наверное, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, мне кажется, это как-то логично. Чи буде шоста? Нет. Чому Маяковський? Що ти хочеш про нього сказати? Якось? Чому у вас так 5 аж цілих пісень? Блін, ну, время йде, і я все більше починаю думати о том, що Маяковський – це русня ебана. З українськими коренями. Зря ми взагалі за нього взялись, но... Мы изначально вообще, когда группу делали, мы думали, что это будет только песня на стихи Маяковского. Мы даже думали называться Маяковский. Но потом как-то мы... Так и получилось, по сути. Ну да, у вас первый был разъеб как раз. Все известные наши песни, они все Маяковские. Ничего нас не связывает с ним особенно. У него, типа, да, у него какая-то ритмика есть такая трошки дебильная, ну типа, и оно, наверное, похоже на какой-то рваную, тяжелую музыку, поэтому все так, типа, интересно ложится. Но в целом, ну, у нас, да, не было такого страгла, что мы, типа, как-то не могли Маяковского втулить в трек. Один раз у нас был прикол, что мы когда делали 4, то у нас был другой стих сначала, он назывался «Гимн здоровью». Но он нам не подошел как ритмически, так и тематически. Так душевно, не? Тематически не подошел он. А це у вас кліп на пляжі був на який? Третій? На 4. На 4, на 4, да. Ну, блин. Да, да, да. Да, поэтому... Абсолютно, гляньте цей кліп, да. Маяковський, он уже как бы свою историю в нашей группе отыграл. И мы, в принципе, наверное, к этому всему возвращаться не будем. И к стихам, наверное, тоже. Ну и вообще как-то начинаем задумываться о том, чтобы уходить от русскоязычных текстов. Добро. Що, давайте наступні пісні грати. А, ми будемо грати зараз? Любишь шипать до блюда, жизнь отдавать в угол.
Ребята, у вас була якраз трилогія кліпів. Но вони ніяким чином не зв'язані з Маяковським. Да? Корект. Здається, да. Я виграв. Да. Клас. А ви також дописували ці кліпи от без там прямо заміса, так у нас там є сетап на три трека, на три кліпи, і вони один за одним мають бути. Чи у вас так спонтанно вийшло, що перша серія за другу, за третю, типу і Василь це все об'єднує? Ні, перший взагалі реально спонтанно родився, ми просто взяли з собою Олешку Рузов в Ужгород, і у нас був один свободний день, і ми такі, типу, підемо в ліс. Ірійський бальзам. Снімемо кліп, да. Ні, у нас тоді був Ровенський коктейль, так. Когда ты делаешь глоток колы, оставляешь его во рту, потом делаешь глоток коньяка, он как бы смешивается у тебя во рту, ты его глотаешь, и сверху еще один глоток колы. Советую, супер вообще штука. Мы снимали в сложных условиях, дождь, холодно, голодно, и вот это нас спасало реально. И после того, как мы его сняли, ну, типа, там, история же недосказанная, правда, там, открытый финал такой, и нужно было как-то продолжать, и, ну, типа, да, у меня родился сценарий продолжения на Хармса. На самом деле, мне кажется, Хармс по продакшену был, наверное, такой самый какой-то продуманный у нас клип, у нас прям все сцены были, все было, ну, ноль импровизации, там, что-то мы добавляли, конечно, по ходу, но в целом очень профессионально подошли к этому клипу. А потом, что, ну, уже когда у нас был Хармс, уже была идея, что нужно снимать такой Twin Peaks-esque финал. Завершать, да, вот это делать. И Василя мы сняли тупо за два часа. Да, час там подготовки, грима, потом 5 тейков прогнали, и в итоге мы заюзали полностью 1 тейк. Вау. Потому что он же как бы одним кадром снял. Да, да, здорово. А питання також, от є цікаве за кількість вокалістів. В коментах там писали, що у вас 20 чи 40 вокалістів. 17. Як тобі живеться з цим розладом, типу, особистості? С 7 вокалами, блядь. Ну, ё-моё. Он обнаружил, блядь. Да никак. Ну, типа, да, это просто глупость, кто-то написал. Я считаю, что, ну, типа, у меня характерный вокал, который, ну, типа, многим нравится, а многим не нравится. Вот, собственно, и все. А 17, не 17, ну, это все колхоз. Типа, вот эти вокальные техники, это реально просто, ну, как бы, производит впечатление только на школьников. Любой чувак, который проведет сколько-то времени на репетициях, научится любые звуки своим ртом издавать и рассказывать про то, что это вокальные техники. Петь надо нормально, и все, все будет классно. Супер. Продолжим о Маяковский. Псни. Погнали. Тяжелый как удар, козырева, козырю, полуфоковать а такому, как я. Ну ты куда, ну ты куда, ну ты куда. Тебе вот этого налоговать. Я был маленький, как океан. На цыпочке волн стал, приливом ласкался к луне бы, где любимую найти мне, такую, как и я. Такая не училась, но крохотное небо. Ой, если б я не весь был, как миллиардер, что деньги душе и насильственный ворней моих желаний разнужданной орде. И хватит золота всех Калифорний. Если б я был косноязычным, как Дан или Петрарка, душу к одной зажечь, стихами летней и слова и любовь моя, триумфальная арка, обычно бесследно пройду сквозь нее любовью всех столетий. Если был я тихий, как гром небес, прожил объем бы земли от рек лешеских. Голос огромных комет и знак.
тебе весь ночи. А если перед глазами как солнце, эти не надо сияние своей парень. Чем лето счастье, ладно, пройду. Повещу свою волочь. Какой начин, я дома не дождусь. Ты не калиат, выбей язычек. Какая день и какой недостой. Пройду, повещу свою волочь. Какой начин, я дома не дождусь. Ты не калиат, выбей язычек. Какой начин и какой. Хлопці, я пам'ятаю, як ви тільки починали свій шлях, у вас був заміс кожного разу з'являтися в окремих інших шмотках. Типа, кожен виступ якийсь контроверсійний мав наслідки, типа, не такі, звісно, як у одного гурту з вашого лейблу Євгена. Ну, вони в таких же костюмах виступили, як ми на нашому першому концерті. Так, що... да, але от в останні у вас виступи були вже без такого, блін, клоунаду-маскараду, як це називати можна. І, ну, чому ви відмовляєтеся від цього, і які там будуть подальші ваші дії на сцені після ковіду? Ну, ми з костюмами провели порядка 30 концертів, коротше. Да, я от, ну, збирав фотки там, типа, з всіх цих костюмів. І були дуже різні, були самодільні, були, які ми в ательє брали. Короче, сложилось так, что в какой-то момент идея была изначально такая, что мы типа играем как бы серьезную музыку, но хотим создать диссонанс для зрителя, что мы типа хохмачи, короче, но при этом классно играем, выступаем. Получилось, что мы и не выступаем не классно, и типа костюмы не такие веселые, поэтому эффект не был достигнут. Но в какой-то момент стало ясно, особенно когда вышел финал, что ну капец, ну мы типа уже прям серьезная группа с серьезной такой драматургией, и как-то мы пришли к тому, что нужно отказаться от концертов, от костюмов, от концертов, отказаться бы пора. Вот мы взяли и отказались. И, короче, получилось, что, во-первых, и костюмы уже особенно как бы идеи иссякали у нас. Ну и как-то тоже накладно становилось, особенно когда там какие-то выезды, ну типа это надо либо с собой везти, либо искать в этом городе. Ну, короче... Да, пока у нас были концерты Киев-Одесса, то это типа окей было. А потом уже стало сложнее. И, ну, короче, мы решили пару раз выступить без костюмов. Первый раз мы сделали... На Хэллоуин, да? Вот это было, да, это да. Была супер такая мета-шутка, типа. Все в костюмах, а мы без, короче. Влад Лисенко сначала мне сказал... Типа, блин, ну, подставили вы меня, подставили зря. А я ему объяснил, а он такой, типа, походил что-то там час, говорит, ладно, я понял. Типа, смешно. Смешно, да. Вот, и, короче, потом еще пару раз выступали, и я помню, что ко мне подошли, по-моему, Касаткины со Space Operations, или Дима даже, и говорят, блин, ну, короче, раньше как-то, ну, типа, сколько раз выступали, мы такие, типа, ну, послушали, и такие, ну, класс, короче. А сейчас послушали, типа, понимаем, что совершенно другой расклад, короче. Ну, что это, ну, музыка прям. И по-другому какой-то накал происходит, чисто эмоциональный. И мы как-то начали, а потом, ну, опять же, все равно не получается из себя это полностью вымыть, и у нас все равно какие-то костюмы там мелькают, там, ну, или там я один, или мы там просто придумываем какие-то там образы, и не знаю, как это с этим дальше будет. Но тоже не хочется просто там, типа, на мерче или там, в Total Black, это как-то туповато. Да, вот я как раз після цього хотів запитати. Ви постійно, да, от зв'язуєте візуал з вашими віршами, з вашими виступами. І як ти бачиш, взагалі, чи потрібно мати оцю от зв'язку з музикою і з іншими видами, типу, мистецтва? Да, 100% надо. Короче, я придерживаюсь мысли, що человек після концерту должен иметь хоть что-нибудь, что он может рассказать своим друзьям про этот концерт. Если для него это прошло мимо и никак не задело, то есть не было там, не знаю, какого-то феноменального звука, либо какого-то суперсвета, либо не было какого-то перформанса, либо еще чего-то, то, ну, в принципе, это концерт, на который можно было не ходить, реально. Mm-hmm. По поводу наших задников, все они, просто каждый придумывались тупо за день до концерта, в лучшем случае, а чаще всего в день концерта. У нас были гремлины, у нас было... А, не-не, какой-то у нас был... Короче, когда у нас были фраки, короче, у нас был задник, мы хотели 25-м кадром загипнотизировать зрителей на то, что мы победители, потому что мы там показывали всякие
суперпобеды в спорте, короче, там какие-то суперголы, там какие-то медали золотые, короче. И мы вот тупо, ну, типа, посылали этот импульс в зал, и в итоге заняли последнее место. Что-то не получилось. Хлопці, що, дякую вам за ваш виступ. Хочу вас ще запитати пораду, як розважитися на карантині, що почитати? Та дрочить просто і все. О, хлопці, дякуємо. Свати. Ніколи більше. Дрочить на сватов. Я, кстати, сериал «Сваты» когда-то ехал в «Автолюксе», и его там показывали, когда еще не было отдельных экранов в «Автолюксе». Его показывали на двойном, ну, на большом, и мы ехали в ночь, короче, из Киева. И я когда приехал в Одессу после, ну, типа, вот этой терапии сватов на протяжении 7 часов, я вышел, и я понял, что этот сериал не, называется не «Сваты», а «Скоты», короче. Все, всем спасибо. Спасибо студии Quiet Sessions. Нам очень понравилось. Всех приглашаем в Полтаву приехать и записать здесь лайв. Полтава? Вот так вот? Да. О, хлопці. О, фак. Що ж, дякуємо вам. Да, спасибо. Флати і дощі каються кабані. Так я!